Если твой рабочий стол выглядит вот так, нам нужно поговорить. Ну и даже если нет, все равно не переключай это видео. Помните, я говорил, что видос про организацию файлов – лучшее видео, которое вы когда-либо видели? Что ж, это в прошлом. Ведь все знают, все становится круче, когда происходит переход с аналога на диджитал. Так что пристегните ремни еще раз, потому что на этой неделе мы поговорим о том, как организовать и систематизировать файлы на компьютере. Организация файлов на компе одновременно и проще, и сложнее, чем организация документов в реальном мире. Компьютерные файлы ничего не весят и не занимают физического места. От них не может быть беспорядка на столе и в целом в жизненном пространстве. Но! Нас никогда не учили, как организовывать компьютерные файлы. Не знаю, как было у вас, но я помню, в начальной и средней школе учителя говорили, что вещи надо складывать в отдельные папки, в портфель и все такое. Но что касается компьютерных файлов, никто никогда не учил меня, как структурировать папки, где сохранять весь став и так далее. Кроме того, сейчас мы создаем гораздо больше на компе. У нас так много разных документов, картинок, аудиофайлов, и все это может выйти из-под контроля намного быстрее, чем в реальном мире. И по этой причине, думаю, крайне важно создать полезную логическую структуру файлов на компе с самого начала. Это намного важнее, чем структура бумажных файлов. Ведь в реальном мире не так уж сложно изменить структуру, если понимаете, что устроили беспорядок. Но если беспорядок на компьютере, у вас могут лежать сотни файлов на рабочем столе. Поэтому шаг первый ⁇ создать организационную структуру папок, с помощью которой можно будет быстро найти то, что вы ищете. Здесь есть несколько правил. Первое ⁇ каждый файл в вашей системе должен быть в той папке, которая хорошо его описывает. В специальной папке. Ничего не должно лежать на рабочем столе, и ничего не должно быть в рандомных папках, типа документы или загрузки. Все должно быть в чем-то, что имеет смысл. И второе, вам нужна структура, которая позволит легко находить любой файл и любую папку. Можно, конечно, сделать один длинный список с папками, но это довольно сложно для восприятия. Лучше последовать совету великого философа короля Экзибита и положить папки внутри папок. Я называю это древовидной структурой. Если смотреть на дерево снизу, сначала вы видите ствол, который переходит в основные ветки, которые, в свою очередь, разветвляются на более мелкие ветви. И этот процесс продолжается и продолжается до самых листков. И на самом деле, если внимательно посмотреть на листик, вы увидите, что процесс ветвления распространяется даже на жилки, от центральной к маленьким. Спорим, вы не ожидали, что увидите анатомию дерева в этом видео. И везде можно заметить эту структуру, как в природе, так и в системах, созданных человеком. Взять, например, систему кровообращения организма. Вся кровь переходит через артерии и сердце. Потом она распространяется на более мелкие кровеносные сосуды, пока наконец не достигнет самых мелких из них капилляров. И тогда она попадет в нужное место в организме. С дорожными системами также. Любые две точки в городе, находящиеся на большом расстоянии друг от друга, соединены шоссе, автострадой или главной дорогой, которые в итоге переходят в небольшие дорожки. И подобно ветвям на деревьях, кровеносным сосудам и дорожным системам, которые помогают ресурсам добраться до нужного места, древовидная структура обеспечивает наиболее эффективный и удобный способ организации ваших файлов. Создание древовидной структуры начинается с того, что называется корнем. По сути, со ствола дерева. И в моей системе файлов, которую я буду показывать вам в качестве примера все оставшееся видео, корень называется Google Drive. И причина в том, что я использую Google Drive, который на самом деле переименовали в Google One, для синхронизации всех моих файлов на облаке и между всеми компами. Но об этом мы поговорим немного позже. Думаю, имеет смысл разделить основные файлы по категориям вашей жизни, или, как я называю их, ведерки жизни. В ведерке моей жизни входит колледж, колледж инфогик, обучение, моя жизнь, где хранятся личные файлы типа налогов и документов на квартиру. Хочу отметить, что организация файлового дерева может быть разной. И это касается каждого уровня вашего дерева. Кстати, если посмотреть на файловое дерево GitHub, на верхнем уровне можно увидеть папки, разделенные по типу мультимедиа аудиофайлы, документы, литературе, видео и так далее. Мне лично нравится хранить все, что не связано с документами, в специальной медиапапке. И вот мы добрались до главного пункта. Ваша файловая система должна быть гибкой. Она должна сохранять логику по мере увеличения количества файлов. Но прежде всего она должна отражать способ организации файлов, понятный вашему мозгу, при условии, что вы единственный человек, который будет пользоваться этой папкой. Знаю, ребята, многие из вас пойдут в профессиональный мир, начнут работать в компаниях и будут использовать общие папки. Поэтому в вашей собственной файловой системе можете обращаться к своему мозгу, а в случае с общими папками, конечно, следует придерживаться некоторых правил и соглашений. Хочу обговорить некоторые из них. Первое — организация по категориям. Это именно то, что я делаю в основной папке моего дерева. Эта структура работает и для большинства подпапок. Для примера, давайте перейдем в мою папку «Колледж Инфогик». Тут все файлы, связанные с моим бизнесом, будь то документы LLC или миниатюру для этого видео. Мы открываем папку и сразу видим подпапки, типа «Бизнес», «Контент», «Курсы», «Проекты», «Речи» и «Инструменты». А если копнуть дальше и зайти в папку контент, там мы увидим другие папки, такие как статьи, список электронных адресов, графика, подкасты и видео. С такой структурой можно легко и быстро найти практически все, что мне нужно. И ради примера, кину на экран путь рандомного документа, чтобы вы увидели логическую последовательность шагов, которые помогают добраться до файла. Опять же, этот файл найти легко. Впрочем, как и любой другой. Тем не менее, организация по категориям — это не единственный способ организации файлов. Для определенных подпапок имеет смысл использовать другую структуру, например, организация по дате. Когда папок по категориям становится слишком много и появляется длиннющий список, такая структура может быть очень полезной. И клевый пример здесь — мои занятия в колледже. За все время в колледже у меня было более 40 разных курсов. И я мог бы скинуть каждую папку с курсами в папку колледжа, но тогда мне бы пришлось просматривать список из 40 разных папок каждый раз, когда нужно было сохранить или открыть какой-то файл. И самое главное, в течение каждого семестра я бы видел кучу ненужных папок из предыдущих семестров. И вместо организации по категориям я сделал следующий уровень организации, по годам. Итак, здесь есть первый, второй, третий и четвертый курсы. Если мы зайдем, скажем, в папку второго курса, мы увидим все уроки за тот год. Далее, если открыть папку определенного класса, например, английский язык 313, мы увидим все файлы, связанные с этим предметом, а также специальные папки проектов. Если у вас проект с кучей разных файлов, думаю, есть смысл сгруппировать все эти файлы в отдельную папку, а остальные материалы можно просто хранить в папке предмета. Найти их будет легко, если правильно назовете. И говоря о названиях файлов, это как раз второй шаг в этом, по правде сказать, непрерывном процессе, ведь вы всегда будете называть файлы. Но мне хочется немного поговорить о том, как стоит называть файлы. Главный принцип в том, что у ваших файлов должны быть довольно конкретные названия. Такие, чтобы вы могли сразу узнать, что они обозначают в контексте файлового дерева. И я обращаю на это внимание, потому что есть много гуру продуктивности и организаций, у которых слишком сложная система имен файлов. Они ставят дату в названии файла и, короче, пытаются вставить весь контекст, который могут. Честно говоря, я думаю, это пустая трата времени. Пока вы следите за тем, куда сохраняете файл в вашей файловой системе, все будет окей. Нужно лишь, чтобы название было понятным. Очевидно, не стоит называть домашнее задание просто домашнее задание.doc .док» или «доклад док». Дайте файлу имя, которое будет напоминать о его содержании, но не переусердствуйте. И мы добрались до третьего пункта в процессе, о котором я упоминал ранее в видео. Я считаю, надо обязательно использовать облако типа Google One slash Google Drive в качестве корня вашего файлового дерева. Если вы не знаете, что такое облако, это приложение типа Dropbox, Google One, Microsoft OneDrive, iCloud Drive и так далее. Они представляют из себя папку, которая синхронизируется со всеми вашими девайсами и автоматически или вручную грузит туда файлы. У подобного приложения много преимуществ. Во-первых, все ваши файлы постоянно обновляются в системе. Если вы сделаете какие-либо правки в документе Photoshop или Word на одном компьютере, эти правки отобразятся и на любом другом компе благодаря синхронизации в облаке. Во-вторых, у вас есть доступ ко всем файлам, где бы вы ни находились. С ноута или с телефона. Я, кстати, читаю сценарий к видео с этого телефона прямо сейчас. У вас есть доступ с любого компьютера в мире, если вы можете зайти в свой Google аккаунт или Dropbox и скачать файлы. И тут возникает вопрос, какое приложение для синхронизации выбрать? Какое самое лучшее? Не буду тянуть, рекомендую Google One. Появилось много конкурентов Microsoft OneDrive, Box, Sync, Dropbox, iCloud Drive. Но, на мой взгляд, Google One самый клевый. Во-первых, Google дает 15 гигабайт бесплатно, а это больше, чем у любого конкурента. И если вы не графический дизайнер, фотограф и не создаете контент, то вам понадобится много времени, чтобы заполнить эти 15 гигов. Так что это избавит вас от необходимости потратить сразу много денег. Во-вторых, если вам нужно больше места, Dropbox, например, предложит моментально перейти к их плану на 2 терабайта за 10 баксов в месяц. Однако у Google One или Google Drive, как бы его ни называли, это всего 2 доллара в месяц за 100 гигов. И опять же, я реально не думаю, что большинству людей нужно больше, чем 100 гигов. Но вот что действительно необходимо, независимо от того, чем вы занимаетесь, это уверенность, что ваши файлы надежно сохранены и у них есть резервная копия. Если пользоваться облаком, например, Google One, у вас будет некоторая степень защиты, по крайней мере, от сбоя жесткого диска на одном компе. Если бы все мои файлы были только на этом компьютере, только на одном жестком диске, без синхронизации с Google One, и этот комп упал бы в унитаз, но этот, конечно, не влезет туда, но кто-то, предположим, пытается запихнуть его туда или хочет украсть. Или Локи появился из портала и заколдовал мой комп, приделал ему ножки, чтобы тот убежал от меня. Так, я бы потерял все файлы, потому что они есть только на этом диске. Но если они синхронизированы с облаком, все, что я потеряю, когда мой комп убежит от меня и напугает детей, это сам жесткий диск. И можно купить новый компьютер, но файлы заменить нельзя. Поэтому с облаком у вас есть, по крайней мере, защита от сбоя оборудования. Но вы все еще не защищены от злых людей. Если кто-то хочет взломать ваш аккаунт в Гугле и удалить все файлы, Боюсь, от этого у вас нет защиты. В Google One в большинстве облачных приложений можно откатиться назад и восстановить файлы из корзины. Но обычно файлы хранятся в корзине в течение 30 дней. Но опять же, кто-то может зайти и очистить корзину. Или вы можете случайно изменить файлы и осознать только через месяц, что вам нужна старая версия файла. Но его уже не вернуть. Думаю, у вас должна быть стратегия резервного копирования, которая выходит за рамки облака. И есть несколько вариантов. Лично я рекомендую и сам использую отдельное приложение резервного копирования в облаке типа Backblaze и CrashPlan. И здесь я буду говорить о Backblaze, потому что пользуюсь именно им. Но примерно за 5 долларов в месяц или 60 в год они могут сделать резервную копию неограниченного количества данных на вашем компе через любой жесткий диск, подключенный к нему. За исключением всего, что связано с сетевой системой хранения данных. Если кто-то залезает в ваш Google Drive и портит или удаляет файлы, они копируются в Backblaze. Мне важно, чтобы данные хранились в нескольких местах. Это похоже на занозу в заднице, но если когда-нибудь одно из хранились выйдет из строя, вы будете очень рады, что позаботились о резервной копии. Другой вариант мне кажется менее надежным, чем резервное копирование, но все равно полезно раз в месяц брать внешний жесткий диск, подключать его к компу и копировать все данные а потом просто отключать от компа и хранить в безопасном месте. Короче, не забывайте делать резервную копию раз в месяц. И вот мы добрались до последней ступени в этом процессе. Использование ярлыков для быстрого доступа к наиболее часто используемым папкам и файлам в вашей системе. Вот в чем фишка. У вас есть прекрасно организованная древовидная структура, и порой, чтобы добраться до определенного файла, нужно пройти 6, 7, 8 уровней. А если конкретный файл вам часто нужен, это не особо эффективно. Но, к счастью, на компе можно создавать ярлыки или скрипты. Это своего рода взаимозаменяемые термины для быстрого доступа к этим файлам. Но на мой взгляд, более эффективным является быстрый доступ и избранные в Finder и Explore, как на Mac, так и Windows. В Винде Win это называется быстрый доступ. Вы можете прикрепить любую папку или файл на боковую панель, а на Mac такую же функцию выполняет избранные. Если посмотреть на мой проводник, можно увидеть много разных папок, которыми я пользуюсь на регулярной основе. Некоторые находятся там постоянно, но есть папки, связанные с определенным видео, над которым я работаю в конкретный период. Прямо сейчас вы видите 172-я организация компьютерных файлов, именно над этим видео я сейчас работаю. Итак, начните использовать быстрый доступ и избранное, создавайте ярлыки, и вы обнаружите, что перемещаться по файловому дереву стало гораздо быстрее. И до тех пор, пока сохраняется целостность этого дерева, до тех пор, пока новые файлы внимательно сохраняются, а новые папки внимательно создаются, вы не потеряете ни одного файла и будете организованы. Конечно, лучший способ оставаться организованным ⁇ это осознанно относиться к контенту, файлам и проектам, которые вы берете на себя. Это называется эссенциализм. То есть быть в гармонии с приоритетами и жизненными ценностями. Спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео было полезным. И надеюсь, оно было отличным дополнением к видео про организацию бумажных файлов, которые я оставлю здесь на случай, если вы его не видели. И, конечно же, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить следующее видео. Нажмите здесь, чтобы получить копию моей книги о том, как получать классные оценки. И если вы еще не видели коллаборацию с моим другом Мэтт Девелло, вот ссылка. Еще раз спасибо за просмотр. Увидимся на следующей неделе.